Всех приветствую. Продолжим, так скажем, экскурсию по собору Магдебург, Германия, построенный по официальной истории в начале 13 века. Диктор с меня еще тот, поэтому все видео не буду озвучивать, буду иногда вставлять свои 5 копеек. Поехали. Ну вот здесь вот я еще показываю одно античное здание, ну, по крайней мере, похоже на античное здание. Вот здесь видим мы изображения, похожие где-то я уже видел, по-моему, не знаю, кто-то Питер показывал или еще какой-то город. В общем, такое чувство, что по всему миру итальянцы строили. Ну, я понимаю, почему библиотека у них, секреты все у них, и везде, в общем-то, итальянцы строили. Ну вот таких кафе там много. Надеюсь, я как-нибудь найду кафе, где, может быть, не так сильно заштукатурили, чтобы было лучше понятно. Вид, так скажем, изнутри. Статуи, я теперь даже не знаю, что говорить. Где-то видно, что они мраморные, где-то вроде такое чувство создается, что они подкрашенные, ну а где-то просто известняк. Вот эти вот ниши, я тоже не понимаю, что там стояло. Ну, конечно, могут сказать свечи, лампы, урны, да все что угодно. Представления не имею, что там могло стоять. Но в данный момент ничего мы не видим. Вот здесь пару колонн стоят, явно мраморные. Сверху мы видим, штыри торчат, что там еще стояло, тоже представления не имею. Здесь опять же такие же похожие ниши, немножко другие, тоже пустые. Статуя вот эта, на первый взгляд, выглядит вроде как бы из мрамора, но в то же время вроде и нет. Ну, нельзя не потрогать. В общем, ничего. Как определить на глаз, представления не имею. В общем, где сегодня видно, что это мрамор, можно определить. Где не видно, нельзя определить. Вот
это небольшая колонна, явно мраморная, ее отчетливо видно. Правда, по ней сложно сказать, то ли она древняя, или она свежая, новодел. В данное время такое тоже могут сделать, я думаю. Это не очень сложно. В общем, не знаю, трудно сказать. Вот очень меня заинтересовало вот это окно. Мало того, что оно так высоко, там еще целых три решетки. Не одна, не две, а целых три, по-моему, или две. Ну, в общем, мне показалось, что три. Ну, неважно, даже две. Чего там спрятали, мне прям очень интересно бы посмотреть. Но вряд ли кто туда когда пустит. Стал присматриваться ко всем фигурам, неважно где, на колоннах или еще где-то, в любом месте. Но здесь, скорее всего, вроде выглядит как известняк. На него это все-таки довольно высоко, и разглядеть проблематично. Вот единственный вариант был это максимально приблизить и также, как и вы, на видео посмотреть. Но, по-моему, это известняк. Не могу, конечно, утверждать, но вроде как бы да. Соборе, только размеры. Этот гораздо больше, в моем городе немного поменьше, но выглядит очень похоже довольно. Ну вот здесь я заметил окна и вернулся к дверям. В общем, там тоже помещение, и по всей видимости не маленькое, даже небольшой органчик стоит. Такое чувство вызывает как будто концертный небольшой зал. По своим наблюдениям, ну как минимум где-то здесь то, что я вижу, где-то примерно 30% закрыто. Ну вот этот камень и далее такие же стоят, я к нему даже не стал подходить, потому что его издалека видно, что это реальный новодел. По этой стороне, по левой, здесь видно.
действительно много помещений, и в следующем коридоре тоже по левой стороне будет много помещений, которые закрыты, также нету доступа. Вижу, что окна, что самое интересное, вовнутрь и тоже серьезными решетками. Для чего тут нужны такие серьезные решетки, представления не имею. Возможно, там какие-то серьезные ценности хранятся в данное время. Но опять же, когда эти решетки были туда встроены, это под вопросом. Вот и двери снова заложены. Это туалет. Больше здесь открытых дверей нету. Далее еще двери есть, в которые я попытался, ну вот слева, немножко дальше я попытался туда ломануться, но они закрытые. Обратите внимание, одно окно сверху с решеткой, другое окно снизу. В общем, там и подвал закрытый, еще как-то этаж расположенный немножко выше, тоже закрытый. И вот здесь мы много видим постаментов в этом дворе, которые все почему-то пустые. Прошел полностью круг, вернее квадрат, и мне только попалась одна единственная открытая дверь, это в туалет.
бы перестраивали, я с этим, конечно же, согласен. Но все же она как-то странно выглядит. Ну, эти стены я уже показывал. Здесь единственное, что остались фрагменты неиспользованные, поэтому решил ее полностью показать. Это немножко с другой стороны, поэтому немножко будет вид другой. Это то, что откопали. Странно, кусочек стены откопанный, и тут видно, что он полностью был засыпанный. Вы видите, какая высота. Это получается, что вокруг все полностью засыпано. Ну вот это вид уже немножко на Магдебург. Надеюсь, я в ближайшем будущем найду какого-нибудь человека, который сможет мои видео озвучивать, и они станут намного интереснее. На этом все. Всем удачи. Пока.